вынырнули из этого музея в какой-то очаровательной такой улочке узкой, крытой причем. Сейчас мы немножко осмотримся. Симпатично. Очень красиво. А? Немножко не по возрасту. Мне мы уже выросли. Но желание покататься на такой лошадке старинной. Магазинчик. Антикварные детские игрушки. Это стерёмин называется. Давайте, она сейчас уже разлетится. На части. О, боже, он сейчас перевернется. Нет, смотреть невозможно спокойно. Зашли в какой-то изумительный магазин антиквариата. Здесь старинная мебель. Ну, можно все купить, все, что хочешь. Но сама атмосфера, такой вот дух этой старины. Такие винтовые лестницы. Уникальный магазин. Вот это вот мне понравилось. Как для королевской собачки или кошечки. Короны. Это ценник, это не надо снимать. Шкаф. Специально сделали такую здесь темноту глубокую и включили фен, чтобы хоть был какой-то воздух. Такие тяжелые шторы. Потрясающе. Такой вот интересный указатель, да? Мы гуляем по Монмартру. Одни сплошные кафешки. Такие вымощенные камнем дороги. И гористая местность. Весь Монмартр находится на горе. Поэтому ну, так. Сложновато идти. Есть канатная? Нет, надо бежать вот так вот по ступеням. К собору там виднеется верхушечка облака. На самой вершине мы достигли, правда, при помощи фуникулера оказалось, что те же проездные билеты, которые мы купили на метро, они как раз подходят и для фуникулера. Заход в магазин Лендел. Сейчас мы возьмем. Угостимся конфетами подарочными. Но насколько этот магазин хорош. Вообще, шоколад во Франции, он не такой половинный, как бельгийский. Что его можно съесть больше. Зашли в самый знаменитый универмаг Лафайет. Красоту. Вечная красота. Стоим и наслаждаемся запахами парфюмерии. Такие милые бубончики. Это нельзя расстегивать. Да, может быть жакет, может быть юбка.
центром. Здесь вообще, конечно, очень большой центр. Здесь все один сплошной центр. Но мы решили погулять возле оперы. Пойтись так по улочкам. Смотреть, что продают.